Вот вы все, наверное, без исключения задумывались, а возможно ли пройти халфу, ни разу не получив повреждений? Что, никто? Ладно, теперь-то возникла идея, правильно? Итак, зайдем сюда, что у нас тут было интересного. О! Нехер в линейку гонять ночами. Давай. Ну. Кто здесь крут? А? Кто здесь крут? Так, ну пока идет все довольно легко. Да, правда, сейчас толпа хэдкрабов будет. Ну что, попробуем. Использовать волшебную багу. А! Использовал. О. Так, следующий придурок. Да ну нахер! Так. Что мы делаем дальше? Нихера себе. Ах! А дальше нам нужно было, блядь, сохраняться. Ну как-то же это я и сделал. Угу. А! Еее! Да ну нахер, меня ударило током вот эта херня? Да вы, блядь, не издеваетесь. Еще и скриншот сделал. Хе-хе. Оставь его. Он все равно не выживет. Что-то, блядь, было. Пиздец, товарищ. Спас называется. Пункт назначения, бля. Если ты должен умереть по скрипту, то и умрешь. Неважно, как это будет выглядеть. Ты, блядь, откуда взялась вообще? Я тебя не помню. Эй! Чувак, может, их не будешь ползать по воздуху так вот нагло? Так, сохранимся на всякий случай. Мужик, может, ты бы их атаковал, не знаешь. Хотя бы. Попытался бы. Все. Все, вроде сдохли. Да вы, блядь, откуда вы берете? Привет. Ребята, что вы принимаете от нервов? Я такое же хочу. Тут тебя только что не сожрал плюющийся монстр. Да, привет, чувак. Так, ну давайте мы хотя бы здесь сохранимся. Блядь! Смешно.
Чё ты меня бьёшь? Успокойся, Да. А вот, кстати, в саурсовской версии можно по растяжкам прыгать? Ах ты ж, блядь! Так. Веселое у меня положение. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ах ты ж, блядь! В общем-то, все равно, конечно, но... Извини, мужик, я тебя не спас. Так, может пистолета попробовать? Он все-таки более точный. Ох, бля, ох, бля, как же сыкотно. Ребята, вы не представляете. Вон, чьи-то ноги были. Ух ты ж, ёб твой. Так, почти. Хоу! Это первая большая победа, товарищи. Правда, дальше будет веселее. Там не будет столько взрывающихся бочек. Что с тобой? О, там двое мертвы. Фу, вообще класс. Да ладно. Фу. Ну что, главное найти глюк в интеллекте. Так, он меня увидел. Пацаны, вы это видите? Бля. Так, вот здесь будет куча спецназов сверху. Блять, вы чё? Бля, вот это я сохранился. Пистолетные патроны. Здесь трупик будет лежать. Сына Джимена. Ну что, мы практически дошли до ракетной шахты. Где испытывается реактивный двигатель. В которой сидит трехголовая зеленый монстрячина. Ах ты ж, ёптель. Это было... неправильным решением. Бум! И нет половины собаки. Бум! И нет половины другой. Нет, не нажимай! Нет! Уилл Смит, нет! Нет! Не трогай его! Он невкусный. Ой, ну ладно. Мы, в общем-то, далеко... О, да ладно, мужик, ты понял, что нафиг надо? Вот и стой. Ладно, сюда закинем. Ай-яй-яй-яй-яй. Хе-хе-хе-хе. Ха-ха. Зомби.
Че, давайте ломиком его по старинке. Иди сюда. Сюда иди. О! Хм. Ладно, загрузимся по старинке. Еще разок. А, получил в лобешник. Ну не могу я просто так играть, неинтересно. Нужно придумать какую-нибудь херню и попытаться и реализовать ее. Как на прогулке в тюрьме. Эх, не докину! Это была плохая идея. Очень плохая идея. Так, а ну-ка. Да. Куда вы пошли? Ясно. Чтобы летать, нужно либо быть взрывчаткой, либо быть живым. Я отношусь к взрывчатке, я же взрывной парень. А! Анальный каратель снова в городе. Что? Что, блядь? Где происходит? И? Чё смотрим? Извините, кто последний в очереди? Уилл Смит, ты все-таки смог выбраться. Доставай свой черный костюм. И вперед. Чему я за тебя должен выполнять твою работу? Так, сейчас... Пси должны быть. А я сижу в клаке. Меня туда загнали. Красные собаки. Как я их боюсь. Ух! Бросить бы им кость, но как ведь я сижу в клаке, меня туда загнали. Красные собаки. Как я их боюсь. Ух! Ящик подпрыгивающий прикольный. Давайте ради прикола попробуем хотя бы. Серьезный. Просто хочется все-таки уронить этот лифт. Серьезный перелом. Система. О, а тут хорошая жижа, смотрите, даже броню не снимает. Ура, вышилась. Фух. Итак, 100 жизней, 100 брони. Инопланетные тентакли уничтожены. Хорошо, что мы играем не за анимешную девочку, да? Вот так вот. Блять. А где я сохранялся? Ну. Не так далеко, но... Вот все против меня. Военные против меня. Радиация против меня. Инопланетяне против меня. И даже гравитация. Бессердечная эта сука. Блять, вот опять же то же самое сделал. Блять. Ребята, вот это место, мне кажется...
Без повреждений пройти не получится. Обнаружен. Обнаружен. Серьезно. Интересно. Девки пляшут. Обнаружен серьезный перелом. Вот перелом. Я не смог. Ах. Обнаружен. Не смог. Во. О. Вы это видите? Видите? Так, с этой стороны, наверное, больше шансов будет, нет? Нет. Блин. Ну, чуть-чуть же... Вы это видели? Видели. Да. Так, я все равно, наверное, сейчас что-нибудь сломаю. Фух. Как описать? Это значит, что мы не будем есть лимон. Пока что. Хочу жареного вортигонта. Да ты попутал. Ну что, я обещал вам убить Артигонта ломом. Я это сделал. Эй, желе! Как много желе. Хорошо, что по лестницам не умеет бегать. Ты хера был туда выбрасывать свой автомат? Ты попутал, мужик. Я не думал, что он мне пригодился бы. Кругом одни эгоисты. Чувак, ну беги уже, я тут на измене. Ты умер? Вот видите? Я же говорю, не эгоисты. Хоть бы предупредил, типа, а, я умер. А. Я тут сижу, блин, на измене весь. Хер его знает, что тут могло происходить. Фух ты, ёп, первый театр. Там. Здесь только чьи-то кишочки. Притом это не те кишочки, которые сделал я. И автомат. То есть кто-то здесь положил под себя гранату и умер. Опять. Вот так вот, товарищи. Заткнись. Блять. Я дебил, да? Да, дебил. Моргнул. Все, фотографии не получилось.
Товарищи, посмотрите на все это обилие трупов. Да, вот так вот. Бежим, 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 бежим. Что-то не сильно он нас преследует. Он сейчас небось телепортнется просто тупо. Не, мужик, серьезно? Приходи в гости. Ты же любишь заряды бодрости тоже. Ну ты иди сюда, давай, давай. Кажется, я привлек его внимание. Чувак, что с тобой? Тебе плохо? Собакам понравился фейерверк. Ну на, еще тогда лови. А что ты убегаешь? Лови. Фас! Хорошо, что он не принес. А ты чё умер? Чё вообще происходит? Вау! Ну, тяф-тяф. Вау! Если у меня провод там не замкнется? Нет. Ни слова. Понятно? Ни слова. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Сейчас мы кому-нибудь отстрелим хвостик. А еще прикольно они, когда ты их не убиваешь, а только пугаешь. Они подпрыгивают так весело. И ногами в разные стороны такие. Эх, не получилось подкрасться. А, к нему не подкрадешься. Вот так вот. Типа, ай, что ты делаешь? Ай! Танцуй, танцуй! Анальный каратель! Выпустите предупредительный заряд в эту задницу. Правда, да? Согласитесь. Ух ты! Блин. Дебил. Кто ты офигел? Через стену меня с ноги пинать. А это знаете, как железнодорожник идет, пути проверяет. И смотрит, короче, рука отрезанная, куча кровищи, разбитые часы. Он так берет часы, смотрит и говорит, а, опять поиск, поезд на Новосибирск опаздывает на полчаса. Ну, может и баян, не знаю. Кто-то слышал, кто-то не слышал.
Ну все. Я крут. Круто, да? Угу. Минус один. Эх, ничего, ребята, вам жизнь не учит. Не надо вставать на то же место, где только что умер твой товарищ. Примета плохая. Я вообще попадаю в него. А, он... На старое индийское кладбище приперся. Как думаете, получилось? Такси. Так, откуда нам путь? Вы не помните? О, как замечательно! Я уже хотел ломом ее добивать. Все. Кверху брюшком. Я сказал, кверху брюшком давай. Вот не хочет же меня слушать. Смотри на нее. Ну и плавай тут. Так, мега ловушка. Че? Так, где-то тут еще одна водоплавающая. Ихтиозаврина должна быть. Вот блин. Угу, это пол ломается и отнимает 1%. И что нам делать? Ну, явно не так. В общем, надо как-то с разгона разогнаться и пытаться это все перепрыгнуть. Да, я помню, что мы... Я могу тратить броню. Но как-то... Ну, а даже не круто, согласитесь, но... Я вижу тебя. В общем, надо выбирать самую маленькую... Самое кратчайшее расстояние. О! Ха! Я это сделал. Ой! Ну что, ребята, не знаю, может на легком она не отнимет жизни особо. Ну не жизни, а... Не, броню она и так не слабо снимает, знаете ли. Ах! Прям не слабо броню снимает. На одном дыхании. О,
Ну что? Блин! А, ну вот так получше даже, смотрите. На 5% брони. Ну вот так вот сделаем, чтобы хотя бы избавиться от части ребяток. Эй, кто-нибудь есть? Нет, ты, сучки. Блин, вот. Стрёмное место. Так, одна готова. Ох, блин, как очково, пацаны, как очково. Блин. Она что, перепрыгнула? Вот дрянь. Это будет крайне непросто. Ну, может, мы привлекли ее внимание. Что там, мотыльки или что там летают? Блин! Отлично было же просто. Я не знаю, убил ее или нет. Но вроде траектория подстволки была хорошая. Ходит. А нельзя было перед тем, как меня выкинуть в пресс, убить действительно? Ой. Ты проиграл, суперагент. Поэтому я прицеплю тебя к к бревну, которое поедет на циркулярной пиле. Вот, но перед этим я расскажу свой план и не дождусь, что ты будешь разрезан. Я просто удалюсь. Вот такая же логика, абсолютно. Ох, ё-моё, а мы тут... Не убьемся? Ну конечно убьемся. И что нам делать? Товарищ. Во. Тихо. Тихо. Бульк. Чувак, ванну принимаешь? Давай, как ассасин, или как принц Персии. Вот Джимен расплодил детей. Там есть пару мест очень неприятных. Когда ты поднимаешься наверх. Блин. Ну, ты поднимаешься наверх. Вот, а потом надо прыгать на скатов. И там очень сложно не получить ущерб от падения. Блин, как на коньках. О! Ну, кстати, булскидов мы еще. Он даже от лома подпрыгивает. Булскидов мы еще ломом не убивали.
Как-то так. Намусорили мусоркой. О, ништяк. Поставь рингтон себе на мобильный, взорви уши всем окружающим. Ебанутый дабстеп — это вчерашний день. Поставь крик звуковой с собаки. Отправь няу-няу. На номер 4 семерки. Стоимость смс-ки 200 рублей плюс НДС. Чё? Я не помню, вот эта кнопка у нас его открывает? Да ну нафиг! Я не буду это комментировать, потому что, ну, забить этот боевого вортигонта ломом. Я не знаю, он укуренный, может, был. Детский сад. Ой, как они рады меня видеть. Папа, папа. А также в детском саду, наверное, когда родители приходят детей забирать. И все кидаются сразу. Когда говорят, там... Чей там папа или мама пришел? И все такие детки. Май! Май! Ну, что-то в этом роде, наверное. Итак... Вот от этого места... Да, обычно они как-то распадаются. Вот, в Black Mesa из этого сделали, помнится, ачивку. Ох, ёб твою за ногу. Вот это, ребята, было крайне неожиданно. Даже с дробовика за полкилометра умудряется попасть. Чувак, лучше ты собой бы прикрыл бы, а не пивом мне предлагал. Фу. О, чувак, я бы тебе показал. Тихо. Ты что делаешь? Чувак, тебе делать нечего было, ты чё? Психопат. Хера ты открыл. Снарки. 5 снарков. Смотри, какая прелесть. Надеюсь, ты не будешь стрелять мне в меня, пока я буду держать эту хрень. Ку-тю-ку-тю-ку. Ох, ё-моё. Вы видели? Вплотную с дробовика. Пфф. О, блин. Да, здесь постой пока. Умник, блин. Так. Геноцид хэдкрабов. Тан-тан-тан-тараран-тан-тараран-тан-тан-таран. Боевой отряд хэдкрабов.
И все. И хера я выеживаюсь. Вот и все. Побежим туда, вот попытаемся тут спрятаться. Тут, в принципе, хорошее место с тремя растяжками. Угу. Ну вот как-то так надо будет делать. Ну так вот не надо было делать. Это тоже не самая умная идея была сейчас. Хотя... Я просто не совсем удачно поставил, но... Кто-то решил все-таки проверить. Да что это такое? Физика такая физика. A scientist. Thank God. Get us out of here before those military drones. Неужели живой сын Джибена? Угадай, кто пойдет со мной, а? 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 Смотрите! Коин самостоятельный труп, он уже сам поднимает головку. А ты не умеешь прыгать. Ха-ха. Ах, нет, не все. Я ошибался. Да взрывайся же ты. Пришил их? Нехер бочки раскидывать, где ни попадя. Какой-нибудь псих захочет их обязательно взорвать. Вот так вот, отлично. Блин. Ты смотри-ка. Индеец, орлиный глаз, а? Хе-хе. Хотя рано я смеюсь. Ах! Ну да, я же сказал, рано смеюсь. Там самое интересное, один залп ему был. Кто бы знал? Вот так как-нибудь. Ну-ка, сюда могут пролезть? Могут! Ох. Но одного легко довольно-таки выносит. А, второй выносит нас. Тесный контакт. Что-то в этом роде. Я не Роджер. Вы меня с кем-то путаете. Неудачники. Сам помахал, типа, привет, чувак, стреляй.
О, о, это было хорошо. Так, ну, броню все равно, блять, броню уже кто-то снял. Все-таки это сломалась херня. И тут уже сломалась. Да, ребята, я неудачник. Не хочу издалека начинать, ну черт с ним. Потеряли 1% брони. Пофигу. Броню можно тратить. Хотя вот. Чё ж всё? Ну ладно, попробуем чуть-чуть по-другому. Фу, блин. Я не знаю, что это было. Так, ну двоих мы сняли. Давайте закрепим результатик. Сохранимся. Достанем наш большой автомат. Да ладно, здесь Фримен. Какая неожиданность. О. Чувак, ты меня решил это самое? Чтоб я в костюм нагадил. Так. Нас, конечно, ранит, но я не могу не сделать этого. А кстати, если вовремя отбежать, может быть. Нет, похоже, мы не успеем. К сожалению. Ну тогда мы, я не знаю. Давайте будем как, я не знаю, как Брюс Уиллис или кто с пистолета убивал танк, а? Так, а если мы вот так вот и попробуем с ломика это сделать? Или нет, или только по башню? Да, только башню можно ломать. Смотрите. Жаль, за эту ачивку не дают. Сейчас, чувак, помогу, подожди. Извини, не помогу, я думал, что тебе органов подгоню. Но, извиняюсь, не вышло. Тихо, 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 еще тише, вот так вот. Что это? Ну что, хороший ритм. Только некому мне подыграть. Именно. Все правильно сделали. Итак. На повестке дня у нас еще где-то около 3 охранников. У этих вояк.
там все равно должны быть растяжки, по идее. Если они сейчас... Ой, ребята, вы не перестаете меня радовать. Ребята, смысл вашей жизни — это не дать спокойно жить мне. Вы не в короче играете, где смысл самоубийца изысканным способом. А я согласен, очень изысканно. Взять гранату и не кинуть не себе под ноги, а кинуть рядом с растяжкой своего врага. Так, сейчас нам охранник откроет дверьку. И будет вполне ожидаемая шутка. Давайте, делайте ставку. Ну, подумайте, какая может быть тут самая гениальная шутка, ну. Ну, теперь проверяйте. Пошли, мужик. Дверь мне запили! Кто не угадал, лайк. Хотя это будет очень странно. Если вы не угадали. Итак, на арене цирка. Канатоходцы. Или арматура ходца. Да ладно. Are you fucking kidding me? Да мне опять придется тут сейчас извращаться, чтобы так аккуратно спуститься. Ах, спустился. Вот так вот, если... Эх. Вот так вот. Я это сделал. Снова. Мы снова победили гравитацию. Видимо, так. Слышали? Показалось. А вот и не показалось. Но нет. Только не в мою смену. Ах. Ну вот и все. Миллиард просмотров. Не миллиард просмотров. Окей. А, надо в голову как-то попасть. Вот это красиво было. Тут физика пригодилась. О, чувак. Мостик учимся делать, да? Вот руку сюда вот еще надо сделать. Да. Давай помогу. Ну вот как-то так, да. Во, молодца. Слушай, шикарно. Анка, иди сюда. Подожди. Сейчас будем. Давай. Ну чё, МакКлэйв, этот самый практически агент Смит. Пойдем. Чё? Бежим. А чё, опять нас проигнорировал?
Слышу какой-то топот. Как-то так. О, чувак, ты проснулся. И пришел, сломал. О, смотрите, точное попадание. О. Как тебе раскейлило, а? По иксу. Хотя, может быть, и по игреку. Да, скорее всего, по игреку. А может, наоборот, по зету. А игрек обычно используется для координат вверх-вниз. Фига себе, ты крут. Взял, снял турель. Пипец просто, мужик. Ты Чак Норрис какой-то. Sorry, sir, but I can't take much more of this. Да ладно, расслабься. Я вообще удивляюсь. Ты что-то можешь делать, как тебе... То ли турели китайские были. Блин, раньше с ними столько возни было, а теперь они кажутся вообще. Черт. Как ты мог его убить? У тебя нету сердца. Слушайте, по-моему, реально слома их вообще просто. Да, они пугаются, начинают. Маньяка сломан. Главное подбежать. Ой, ребята, смех, просто смех. Ох! Это что было? Психопаты. Кто, что, где еще? Бля. Ну? О, да! Это было красиво. Ну что вы хотите? У меня эстонская реакция. Ну что ты лапками трясешь? Вот так вот. А там у нас, по-моему, спецназ должен быть. Да. Должен. И есть. Спасибо, друг. Я уж не думал, что ты возьмешь, поможешь мне гранату сэкономить. Угу. Ты мне молишься? Да, молись Фриману. Фриман вас освободит. Не всех, конечно, тех, кого не убьет. О! Тоже неплохо. Вот тебя я только тут жаждал очень увидеть. Чё, хотел подкраться незаметно, да? Ты ж не писец. Так, тут, по-моему, зомбарет должен быть, не? Нет, тут просто дохлый охранник.
Ой-ё! Я не хочу туда идти. Я не хочу туда идти, честно, нет, нет, нет. Можно как бы через вентиляцию, через что-нибудь, но я не хочу туда идти. Надо по чуть-чуть так высунуться, может толпа проканает как с охранниками. Нет, не он. Я думал тоже сейчас. Так. Ну-ка. Ну-ка. Вон там, скорее всего, он будет. Показалось? А чья это попа? Чья это попка? А та-та. Будем действовать по старинке. Блин, ну не так же по старинке. Это вообще не смешно. Бум. Давайте бум и вываливающийся труп. Девушка, его сексуальные ножки. Не поедем как белые люди. Намек понял, чувак, кнопкой не пользоваться. Так, здесь упадет чувак. Да. Assassin's Creed! Круто. Нефиг. Ребята, запомнили тактику против боевых вартигонтов? Она почти как у Натана, когда нужно к танку приблизиться. Давай, прыгай. Красиво. О, да ладно. Я не так планировал все это, но... Ой, тут надо сохраниться на отдельную запись. Потому что сейчас начнется. Hello, Freeman. I'm up here. Practice your long jump if you must, but hurry up. Я тоже, чувак, тут. Мужик, мужик, пойдем, 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 ну чё? Нам нужны еще мозги будут. В новом мире. Все, ты успокоился? Музычка начинается, или мне кажется? Блин, чувак, открывай. Ну что, меня сыкает? Сейчас контролёров прилетят. Ну хотя, может быть, тоже с ними кругами нормально будет бегаться и пулять всё от своей пушки, чтобы патроны лишний раз не тратить. Ой-ой-ой. Ичко сейчас скоро перекусит лом. Если бы он там был. Блин, попал. Да, ребята, тут придется жарко. Так, где тут был спуск аккуратный вниз? Сейчас мы попробуем спрятаться как... Сучки! Ага.
Как будто нам дадут это сделать. Эх, придется тратить мой драгоценный револьверчик, видимо. Казнина. Блин, ранил. Все равно уже этот мудрец идет. А, у нас есть long jump. Да я уже... знаешь, сколько готов? Я сижу на этой позиции, уже устал сидеть. Докторишка, ты все-таки это сделал. Нет, они мне спокойно не дадут в портал забраться. О да, ребята, мы это сделали, мы добрались до Ксена. Да, мы смогли. Вы не представляете, как я рад. Ах, нас тут уже радостно встречают. С хлебом солью. А я же как всегда сохранился. Я фул. Тяф-тяф, ты тут? Да, тяф-тяф. Чё с тобой, тяф-тяф? Тяф-тяф, успокойся. Вот так вот. Вот это надо будет делать на повторе 100%. Надо как-то перчерстать, чтобы она своим взрывом меня не покорежила. О, отлично. В этот раз я очень удачно сохранился. Эх. А так все хорошо начиналось. Да ладно. Мы
Вряд ли сможем взять. Ладно, попробуем вот так. Хотя я думаю, мы ударимся. Ну, как говорится, была не дала. Ах, эх. 2%. Ну так тем более. Хотя разницы не особо много. Следуй за тем порталом. Да, ребята, мы смогли. Мы сумели. Эй. Годзилла. Иди сюда. Это можно сделать быстро, это долго и потратив ни одного патрона и убить его. Я не знаю, для этой части годится этот способ. Где ты там? Он нас реально игнорирует. Чувак. Они еще все такие. Во. Пустил волну. Шептуна пустил. Так вот, можно его подманивать рядом с этими и стрелять в них. И они его будут пинать. Таким образом, в принципе, я их убивал его. Че, нереально? Ты просто прочитал тут, что они нападают только тогда, когда рядом контролеры. Контролер на линии. Хорошо, чувак, я постараюсь тебя не убивать. Уя, уя. Нет? Во, видишь? Мы нашли общий язык. Чувак, а кто тебе продал вот эти вот красивые циркониевые браслеты? А? Я знаю одного, кто это мог сделать. Давай сюда иди. Иди сюда, малыш. Киса, киса, киса. Сюда иди на. Ты где на? Быстрее на. Где он? С уя? Не вижу его там. Это будет весело. Конечно, опасно в таком месте сохраняться. Так и знал, что где-то будет засада. Но никак не думал, что это контролер будет. Который еще очень так не слабо. Бьет. Блин, я так опять сюда удачно сохраняюсь. Ну что, ребята,
Мы ждали все 15 серий этого. Так что постараюсь вас не разочаровать. Ой, стрёмно мне, ребята, стрёмно. Хотя, как помните, мне постоянно было стрёмно, и с призраками стрёмно. Ну, с этими темными противниками. Так, я не помню, сколько на один кристалл придется потратить. Ага. Да, ребята, да, мы это сделали! Мы сделали это, да! Умри, сучонок, умри! Да! Да, умри! О, да! О, да, ребята! Я вам расскажу одну очень занимательную историю еще. Я не помню, какая это была часть, ну не часть, патч, халфы. Я завалил вот так вот Нихиланта, вот, секунду. Вот, я завалил Нихиланта и также приземляя, случайно пульнул себе под ноги. И Гордон Фриман разлетелся на кучу маленьких осколочков. Но загрузки не произошло. Я бы уже ничего как бы не нажимал, ничего не делал, а этот там дымился и умирал, Нихилант. И он, короче, умирает, и начинается загрузка. Я думаю, ну сейчас мне типа дадут в тот момент, когда вот, я сохранился последний раз. А вот фиг там. Я появляюсь рядом с Джименом. Вокруг то, что от меня осталось, кишочки, все такое, кровяка такая лужа. Там голова валяется. И тут он говорит эту свою первую фразу. А, Гордон Фриман воплоти.